Всем привет-привет-привет, с вами ваш великолепный сынулька красотулька. Сегодня я буду читать ваши комментарии на канале Подвал Ильича, Яндекс.Дзен, платформа, как всегда. С вами любимый сынулька красотулька. Ролик опубликован 13 часов назад, называется «Получил пенсию, заехал в продуктовый магазин, показываю, какие продукты я купил». Набрал 158 комментариев. Так, 12 часов назад Ольга Виноградова пишет: «Огорошил у родителей твоих пенсий в начале месяца. Какую пенсию ты получил?» Пенсию, Ольга Виноградова, пенсия. Пенсия у всех одна раз в месяц. Татьяна Корыгина Соколова пишет: «Какие сырки, они даже здоровому человеку вредны, высококалорийные. Надо сначала пройти 10 километров, а потом один съесть, или наоборот». Так, сырки вредны. Ну, я почему тогда ГОСТ? Ну, ГОСТа так... Такового и нету. Вроде где-то есть. А весь товар, который сейчас производится, по идее, на прилавках по ТУ, по техническому предприятию. То есть они там что хотят, то и делают, то и добавляют. Но все равно должен быть ГОСТ, какие-то рамки дозволенного, не одними же там химикатами, правда, пичкать. Так, надо пройти 10 километров, чтобы сжечь такое количество калорий за один сырок. Ну, не знаю, 10 километров, если по 10 километров ходите каждый. Ну, смотрите, давайте на день возьмем 3 сырка. Вот эти 3 маленьких сырка. Один сырок утром, 10 километров прошел. Второй сырок в обед, 10 километров прошел. Третий сырок поужинал, 10 километров пошел, 30 километров пошел. Блин, да вы будете целый день ходить только, чтобы один сырок кисть. Чтобы человеку идти, пройти 10 километров, им надо до 30 километров и то и сзади не пройдете. Блин, ну послушай, высококалорийные, да люди, вон они, все что угодно едят пачками. По-моему, вода, наверное, и то калорийная. А H2O. А Ольга Виноградова пишет: «Нифига себе, Игорюша, все жалуешься, что сам не работаешь, у тебя денег нет, живете на пенсии родителей, врешь». Я не вру. Нож чешу, я не вру. Это не это. Просто чихнуть хочу, уши чешу. Обычно говорят, когда человек рот, он чешет нос. Да, это ерунда все. Так, Велопуть пишет: «Недолго продержался, недолго продержался, снова еда, отличные рецепты и праздно шатание с удовлетворенными лицами, понеслась, в общем, душа в рай и звезда по кочкам». Наталья Рогозинская пишет: «Ну, конечно, никто не знает, как выглядит робошки, конечно, никто не знает. И видели, и не видели их ни разу». Да, конечно, никто не видел, как говяжьи рубашки видят. Ну, зачем ты это тыкчешь камеры? Продукты почти везде одинаковые. Вот именно почти. И практически все знают, что и как выглядит. Да не все знают, что как и выглядит. Он даже он, на какие-нибудь конкурсы кулинары приходят, они свинину от говядины отличить не могут. Ну, вот смотришь, я 20 лет... тружусь там каким-нибудь сушефом, я там это тружусь. Вот рядом свинина, рядом говядина, он смотрит. Как же свинину от говядины-то отличить? Так что не все видели. Так, одно отличие всех людей. У вас пенсия один раз в месяц. У нас пенсия один раз в месяц, и у вас тоже пенсия один раз в месяц. Да что мне нож тушу? Ну не вру я. Не Пиноккио, у меня нос не вырастет. Нету денег. Печалька. Наталья Рогозинская пишет: «Позорище, живете на своей земле, элементарно свеку посеять не можете. Ужас, лучше купить втридорога, сеем мы свеку». Галина пишет: «Стихи от Галины». Ой, простите, за мой кашель. «Снова пенсия. Ура! В магазин давно пора. Мясо, яйца, помидоры и сырки. Но для разбору... ух, завалили два стола. Видно, пенсия мала. Снова чудо запеканки. Понамесит ваша мамка. Ух, три чак-чака, огурцы. Но какие молодцы! Слава Богу, Ильичам посмотрел и по домам».
Да, действительно. Чак-чак, чуп-чуп, чап-чап. А Наталья К. пишет: «Игорок, умнобол. Похоже, уже 37-я пенсия за март, не многовато ли?» Пенсия раз в месяц, как у всех. Людмила Морозова пишет: «Интересно, какую пенсию ты получил?» Пенсию. Обычную. Ирина Терехова пишет: «Добрый день, Игорь. В прошлом выпуске я прокомментировал реакцию Юлии Котовой на мой пост о трагедии». А Ирина Терехова, здравствуйте вам. Да. Так, комментарии. Я, наверное, не буду читать. Там не хочу никаких ни шуток, ни резвить, ничего. Сегодня, кстати, показывали поэта. У нас местная передача «Новости». Из Хакасии пара. Ему, по-моему, 61 год, ей 59. Ну, по национальности хакасы пары были на своей любимой группе, и их не стало столько много у нас регионов. Ну, так получилось, что из Хакасии тоже два человека. Да, мышка? Что там у нас? Телефон. Брак. Телефончик. Что там у нас? Брак. Все понятно. Ой, ладно. Поэтому не знаю, где что и как. Так, ладно. Все. Ирина Песлова пишет: «Почему вы все время мясо фарш перекручиваете? Вот из этого куска говядины получится очень хороший гуляш к любому гарниру». Согласен. Его надо долго жарить и томить, чтобы он мягким был. Я бы лично так и сделал, а то постоянно котлеты и запеканки вам самим-то не надоело. Я буду делать завтра. Хочу сперва обжарить, говядину нарезать. Говядина, видите, ее надо готовить хорошо, долго. Если зубов нету, действительно, нечем жевать, то говядину надо тушить долго, обжаривать долго. Ирина Терехова пишет: «Так, как давно этот канал знаешь? Так, здесь сейчас в отпуске». Понятно. Ирина Терехова, понятно. Потом прочитаю, вернусь, но уже без камеры. Ирина Терехова пишет: «Игорь, я ваш давний подписчик, хоть и не участвую в комментариях в последнее время, однако, наблюдая негативные высказывания, ваш адрес, ваших родителей, отдельное мной зафиксировано в соответствии со статьей 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Вы имеете право направить соответствующий иск с целью защиты ваших интересов». Ирина Терехова, знаете, сколько на меня много жалоб поступает во все инстанции уже? Я вам объясню. Я маленький канал. Действительно, маленький канал. Я не имею такого громадного количества просмотров на каждом ролике. А я много уже забанил хейтеров, хотя у меня на каждом ролике могло быть по 1000 комментариев. Например, 5000 просмотров на ролике и 1000 комментариев могло быть. А на Дзене комментарии не имеет значения. Ну, давно из-за этих хейтеров я потерял работу. А я в свое время планировал просто работать. Я уже переработался сидеть на одном месте. И получается, канал вроде как дополнительного заработка, то есть на Ютубе, потом в дальнейшем на Яндекс.Дзене, а как дополнительный маленький источник дохода, я бы и сидел, я там приработался, хоть и работа тяжелая, но человек ко всему привыкает, я там уже как рыба в воде был, и как-то тяжело. И смотрите, я когда на работу выходил, я, например, не думал вот так вот: «А завтра мне на работу вставать, опять эти лица видеть, опять тащиться, ничего не хочу». Я как-то по инерции вставал и без задней вообще мысли на работу, все там уже как-то по накатанной. Все, сразу приходишь, кофе раздеваешься со сменщиком, хрому, если топится котел, там, знаешь, там выйдешь, подымишь уже все. Как сыр в масле катался, то есть уже тюнь-тюнь-тюнь перерабатываешься нормально. От тебя что требовалось? Не косячить. Я не бухал, не выпивал, не косячил, все всегда это. И
перерабатываешься и отлично. А потом в прекрасный момент все эти стукачества. Ладно, Ирина Терехова, не обращайте внимания. Я же не говорю постоянно, где кто что на меня стучит. Я эти темы сейчас закрываю. Евгений Беженоль пишет, собственно, как я и говорил, нового ничего. Дорогой филе на фарш пусть лежит, конечно. Но оно не на фарш, готовить буду. Ирина Терехова пишет, Игорь, обратиться вы можете посредством телеграм оскорбительное высказывание. Вам необходимо зафиксировать. Не просто вскрим, но и нотариально заверить, что такое возможно дистанционно. Это я все прекрасно знаю. У меня на случай тех людей, я же знаю, кто на меня пишет. Я же могу полностью информацию в органах узнать, где вот там бываю. Ну, не хочется, конечно. Там легко данные на человека. Сейчас не скроешь, сейчас все по железу не скроешь. И у меня эти люди записаны. Вот когда-нибудь у меня переключатся звоночки, я просто на все вот эти за ложные высказывания, за ложные вот эти все привлеку к ответственности. Просто в один прекрасный момент пойду и все, этих людей с разных городов, деревень. Чего добиваются? Думают, все, нас настучали и скрылись. Интернет такая вещь, что нельзя. Интернет, он ничего не забывает. Настучали и скрылись, мы в дамках. Да нифига подобного. Просто это я такой терпеливый, но у меня накапливается. Ладно, буду продолжать дальше читать комментарии. Жанна пишет, нашли для себя развлечения, дегустации проводить на повестке дня, творожные сырки с вашими вкусовыми рецепторами, как раз только дегустировать. Конечно, у нас самые лучшие вкусовые рецепторы. А Светлана Римнева пишет, зачем тыкать в камеру продукты, и так все видно. У вас столько кабачков, а вы икру кабачковую покупаете только бесполезное. Ну, смотрите, Светлана Ремнева, многие смотрят, по большей части, люди со смартфонов, с телефонов. То есть не у всех зрение хорошее, а я уже привык. Берешь, например, грязной рукой, вот этой грязной замызганной рукой, а вот видите, три камеры, вспышка, грязные пальцы. У меня руки опять начали болеть, отмыть их не могу. Как весна, осень, кожа начинает рискаться. Ладно, я немного отвлекся. Простите за мой кашель. Поехали снова шустро читать комментарии. Так, а Светлана пишет, неизменные интересы. Конечно, пожрать, поспать. Жанна пишет, что опять на Дзене происходит, комментарии не открываются, показывает, что 36 комментариев, открывается лишь 4 комментария, не знаю, может быть сбой. Азик Камалова пишет, фрикативтель, вы уже 3 года вылазите на экран без отдыха, поэтому вам всем положен месячный отдых, чтобы отдохнуть и научиться страпать у хороших футблогеров. А кто такие хорошие футблогеры? Не надоело позориться на весь мир? Знаете, я объясню. Хорошие футблогеры с многомиллионными просмотрами приходят на какие-нибудь передачи, а там обгаживаются по полной программе. Они даже яичницу не могут приготовить, ваши футблогеры. Не универсальные универсалы. Во, я заговариваться начал. Кто позорится? Азизик, кто позорится? Ну, действительно. Если я подхожу грамотно, я готовлю не хуже этих всех спецов, вот этих вот реально поваров. Если я действительно настроюсь грамотно, подойду, я приготовлю нормально, отлично. У меня нет вот этой блестящей посуды, на которой все ведутся, и сюда, судят же по одежке. Обычно смотрят, что у нас привыкли в сочетании по телевидению везде. Красивая кухня, такая утварь блестящая, медная, блестящая, там серебряная, все столовые приборы. Все в кадре, там в колпаке, все как надо, все как это. У нас ведутся прежде всего взглядом. О, какая красивая обстановка, да это чудо-пор. Маму его, да, как говорится, это не ругательство, маму его. Он какую-нибудь возьмет большую чашку сверху, пум, размажет и еще сверху это соусом для красоты. Это не говорит о том, что это вкусно. Это вообще не говорит о том, что это вкусно, вот эта мазня, которую они готовят.
Ну, блин, ну не надо вести. А есть те, действительно, которые с душой занимаются, они, как правило, не выпячиваются, не понтуются, можно так сказать, вот эти понтовщики все, вот эти всякие чувырлы и чувырлики, а которые делают с душой, особенно вот, если взять вот такое искусство, как красивый торт, рисовать, вот это все вот именно оформлять, оформление. Таких людей очень мало. Это то же самое взять, что вот у меня в школе был Герман, а он левша левой рукой, но он рисовал лица. Он пацаненком-то был какой-то там, пятый класс. Он левой рукой лица идеально вот все рисовал. Черно-белые фотографии, используя карандашик, палец и резинку. Используя. Ну попробуй человека научить сразу сходу черно-белую фотографию вот, там нарисовать. Если у тебя здесь это не дано, ты никогда не нарисуешь. Твое максимум это, как его, не натюрморт, а как вот этот, яблоки, деревья и эти избушки, вот это как оно, пейзажи, вот это пейзажи или как оно там называется. Но если человеку не дано лица рисовать с рождения, ты хоть 10 лет, хоть 20 лет пообучись, ты идеально не нарисуешь. Будешь сидеть тупить. Вот и все. Кенвей Роуд пишет, робушки, точно, робушки. Ирина пишет, кто-то спрашивал недавно, зачем им два стола. Для покупок он оба завалили, хоть третий став. Конечно, у нас и третий есть, у нас там еще и четвертый есть. А Дорс на Сибирь пишет, сынка тоже пенсию получать? Не, я не получаю. Нет, и не по инвалидности, у меня нет инвалидности. Или это пенсия родителей? Конечно, это пенсия родителей. Родители пенсии получают каждую неделю, нет, каждый месяц, как и все. Продуктов много набрали, дорогих продуктов, потом жалуются, что денег нет, выпрашивают донаты, сладостей набрали, говорят, что сладкое нельзя, диабет, одни противоречия. Где? А Людмила Кочеткова пишет, блин, робрышки. Лана Свет пишет, а кто получил пенсию, кто заехал в магазин, неужто отец? Конечно, Владимир Васильевич, он там всех растолкал, всех как надо. А Людмила пишет, сейчас у людей забиты головы, я прекрасно знаю. А Красивая пишет, не прошло и суток, побежали в магазин, блин, как вы много едите, да я немного ем. У меня муж сейчас в командировке, я понимаю, как вообще человеки много едят. Зачем так много потреблять? У меня тоже муж любит поесть, любит мясо, но я понимаю, что это просто привычка. И я сейчас сама себе почти не готовлю. На завтрак творожок и банан. Мне этого хватило выше крыши. Поела в 8:00. Сейчас 13:15, и у меня еще нет чувства голода. Нужно есть то, что полезно организму и больше двигаться. А, ну тогда вы мало калорий сожгли, красивая. То есть вы просто сидели за компьютером, чем-то у телевизора занимались. Да на улицу пойдешь, он что-нибудь поделаешь, потом придешь, знаете, как этот кушать захочется. А вы, господа, или чего, с вашим образом жизни так и будет нет, что у вас недомогание. Нет этого еще недомогания. Мы уже не такие молодые, поэтому болячек... Неизвестно, откуда эти вот болячки, они... Да и я уже 55-й раз скажу. Кто-то всю жизнь пьет, курит, не может, до 90 лет доживает, еще бегает по женщинам до 90 лет. А кто-то спортом занимается, весь не может до 40 лет, не пьет, не курит, до 40 лет не доживает. И бывает, я знаю, такая зараза... Нормальный человек, все, а потом раз какая-нибудь зараза у него вылазит где-то внутри организма, и все. И кирдык, либо болезнь. Откуда вы это все идет? Генетика, радиация, что-то еще может быть. Так, Котейка пишет, с добрым утром, с новым днем, пусть все классно будет в нем. Спасибо, Котейка. Ира Карнаухова пишет, Василича Котейки любит постоянно на руках. Да, любит его. Ольга Абрамова пишет, мама Галя, это возмутилась, кабачки есть? Гаруш ответил, как делаете, нафига тогда сажали? Помоги матери, прокрути, свари, ешьте на здоровье. Так я и собрал, я и почистил, я и прокрутил. Вон они в подвале, в морозилке лежат. Что-то никто с них сильно и не готовит. Мария, правда, глаза колет, ну вот истинный мор. Ой, пардон, лицо, понятно.
Ирина Берлина пишет, что за титры, кто их пишет, почему они не показывают, как пылесосят, убираются, хотя на кухне. А зачем я еще, что, как зубы чищу буду показывать? О, ладно, я показываю, как умываюсь, моюсь. Сколько же накупили сладостей, чак-чак и трубочек, хватило бы по одной коробочке на всех. По одной. А Наталья Нижегородцева пишет, свекла, ударение на ее, свекла, на ее, свекла, свекла. Людмила пишет, столько земли, и кабачки со свекой вырастить не могут. В прошлом году Игорюша покупал 1 000 000 пакетов с семенами. Он все это сажал. Да, у нас, правда, ничего там не взошло почти. Анна пишет, свои кабачки гниют, зато покупает кабачковую икру. Как надо идти на рыбалку со своей рыбой. На рыбалку идут не за рыбой, а чтобы провести, скоротать именно время. Это провести хорошо время, просто отдохнуть от вот этого суетного мира. Да мужики что едут? Отдыхать, группа, едешь, балдеть. Балдеть едешь. Что за рыбой туда едешь? Проехать 500 километров, убиться, промучиться весь в грязи, весь в это где-нибудь это, но зато выехать на природу, костер вот этот весь грязный. Знаете, я раньше тоже любитель был, а сейчас я дома сижу, вот этого был. А еще больше с такого отдыха устаешь, приезжаешь уставший. Я и путевки брал на охоту. Раз, два, три, четыре. Да, 5 сезонов на охоту ездил. Мы вчетвером собирались, выезжали. Путевки оба бока не брали. У меня же больше 5 лет на гладкоствол было, потом на нарезной я не стал делать. Ну, не буду об этом я уже. Вышел сынка охотник, и что тут? Что туда? Перед зоркой приезжаешь, ну, на эти, все. На это, видишь, обычно с вечера там балдеешь, все там. Ну, не буду. А что там делать? Все честь по чести, все мирно и культурно. Хотя сейчас не знаю, я все продал, все отдал. Сейчас. Так, Кадрия пишет, а я только массу такой жирности покупаю. Мне нравится, правда, покупаю местное. Кореновское, Краснодарский край. Понятно, Кадрия. А Елена пишет, я что-то не догоняю, кто получил пенсию, ты, Игорек, по какому заболеванию? Я не получаю пенсии. Бус пишет, все-таки ты на инвалидности раз получил пенсию. Я не на инвалидности, клянусь Богом вам. Я ни на какой не инвалидности. Надежда Михайловна пишет, заказал доставку, так и скажи, не надо обманывать зрителя, все видят пакеты из доставки. Я ходил с пакетами из доставки, точнее, Владимир Васильевич. Всех разгонял, набрал пакетов и походил. Марина Елецкая пишет. Всем абсолютно фиолетово, где производится и почем вы жрете, тебе лишь бы ролик подлиннее сделать. А что подлиннее? Нифига там, я за 10 минут столько всего распаковал. А что еще подлиннее? Знаете, люди сидят по часу в носу ковыраются, и ничего же. Вот сидят. По часу в носу ковырят, сидят, что? А, что? Так, Наталья Рогозинская пишет, а все пакеты-то из Сбермаркета, за какими-то продуктами заехал, трипо, пришла доставка, поэтому ты говоришь, что не помнишь, чё почём, потому что не знаешь, болтун, как я могу знать, Владимир Васильевич своими ручками тошил, на коляску сгромоздил, на ходунки поставили. И щел по грязи. А Тимоха пишет, что за пенсия в конце месяца? Не знаю. Обычная пенсия. А Олег Т. пишет, ну не знаю, по осени как накручу свои икры с кабачков, и до лета они лентяи все. Знаем. Не то, что мы лентяи знаем, а то, что кабачковая икра. Да я, может, сам потом попозже сделаю. Потом достану кабачки, разморожу, что-то сделаю. Еще лето впереди кушать. Людмила Максимова пишет, опять пенсия. Рейма Якимова пишет, ужас, как кабачки гниют, зато магазины покупаюсь. Хозяйка никакая ленивая, опять набрала сладости, еще и по пачке каждому. Для чего покупать овощи, если вы ничего нормального с них не можете приготовить? Купите книгу кулинарную.
Так, Валентина Шабарова подобное пишет. А мы что, свое тесто не видели? Да, все видели, по идее. Так, Росинка пишет. Вчера не было, сегодня 4 ролика. Сразу вот ты задолбал, тебе все не платят, говоришь. Вы лучше тестируйте земли, где лучше растут овощи, и будет вам счастье. А мы сами знаем, что лучше, а что не стоит вообще покупать. ННС пишет, хорошие люди. Кристина пишет, каждый комментарий одно и то же. Где закупки, какая пенсия, который раз, сколько можно получать пенсия каждый день. Только ешьте и ешьте. Не надоело строчить одни и те же фразы вам. Писать, давно пора смириться, просто смотреть, ну или не смотреть. Вы чего ходите в магазин один раз в месяц? Тогда от вашей жизни... Так, сейчас, секунду. Вы чего ходите в магазин? А кто я сбился? У меня сразу никакого настроения. Все, у меня все упало. Прям сразу все, я даже въехать не могу. Что читаю? Татьяна Б. пишет, как какие с вас дегустаторы? Целые лаборатории с оборудованием работают на то, чтобы проверить продукты, а вы со всеми вкусами даже не можете оценить то, что вы готовите. Как мы не можем оценить? Если вкусно, отлично, значит вкусно. Ладно, я буду заканчивать этот видеоролик. Настроения никакого. Всем вкусняшек, вкусняшек. Ну, как-то так.